Всем привет! Сегодня у нас 20 июля. Начинает поспевать такой красивый сорт персика Royal Majestic. Дереву получается, дерево небольшое, 5 лет. Так же самое, как и инжирному нектарину. Но у меня 2 года болело, его кто-то подъедал или хрущи, или кто. И оно вот такое вот маленькое выглядит. Такое маленькое. То есть, если вот дерево рядом стоит, посажено в 1 год с ним сорт нектарина инжирного консетина, то мощное здоровое дерево, тоже вот загружено урожаем. Я его позже сниму, потому что он еще зеленоват, он чуть позже поспевает, чем до нас. Ой. Это дерево вот такое здоровое. А это болело у меня 2 года. Получается, в том году были первые сигналки. Сигналок было 8 штук. Некоторые плоды были 300 с лишним грамм. Пронормировал, все равно вижу, что много на это дерево. Хотя прирост тут пошел нормальный, как бы длинный. Но вот такие вот плоды висят. То есть размер тут по 300 грамм не будет в этом году. Там грамм до 200, если будет, хорошо. То есть сорт очень товарный. Переспевшие плоды, поспевшие полностью. Такие красная мякоть у них. Я кому там фотки отсылал, кто видел, то мякоть вообще превосходная, такая как клубника. То есть для центральной Украины отлично. Я не знаю, как он на севере себя будет показывать. Но тут пока вот второе плодоношение я вижу. То мне нравится сорт. Красивый. В том году пробовал, он был кисло-сладкий, с ароматом, с персиковым. Вот сейчас тоже сорву некоторые плоды. Вот есть вообще уже мягенькие. Да, мягкий плод. Вот какой он в руке. Такой черный-черный, красивый. Как черный абрикос. Держится так, средне. Вот на солнечной стороне. Хотя тут тоже солнце маловато. Персиком я посадил в таком месте, что тут дом один, тут дом другой, то абрикосы здоровые. Просто негде сажать. Вот такой вот цвет. На солнце он вообще будет черный. Так, сегодня у нас 26 число. 26 июля. Вот я около персика Royal Majestic. Плоды стали крупнее. Такие прям поналивались. Я думаю, что он уже спелый должен быть. Сейчас сважить хочу такие плоды по размеру. Вот они какие красавцы висят. Такие бархатисто черного цвета. Вот какая красота. Вот такие плоды сейчас сорву. Опа, и сважу. Он в руке какой красавчик. Так, вот я сорвал пару плодов. Такие вот они в руке громадного такого размера. Сейчас сважим, какой же у них вес. Так, 231 грамм. 220 грамм, 230 грамм, 237 грамм. Ну, размер хороший у него. 220. Дерево, когда войдет в силу, именно будет мощное. О, вес будет и по 300 грамм, и 300 с лишним. У меня вот загружен. На таком деревце чересчур сильно. Такие вот бомбочки. Так, сейчас разрежем его. Такой красавчик. Товар у него, конечно, на высоте на очень сильный. И цвет, и вес красивый. Вот разрезал у спелых плодов. Вот такая вот тут мякоть. Ярко-красная. Такого вот цвета. Вот это полностью спелый вызревший плод. Такая вот красная-красная мякоть. Сейчас попробуем по вкусу. Сладости больше набрал. Сладости больше. Такая вот красивая мякоть.
Короче, всем рекомендую сорт этот. Товарность на высоте, мякоть очень красивая, вкус хороший, кисло-сладкий, приятный. Чем больше поспевает он, тем вкус становится слаще. Такие вот красивые плоды вот такого вот размера. Просто, ну, как не сказать, что он товарный. Он супер товарный сорт. Супер товарный. Royal Majestic. Royal Majestic. На дереве вот такие висят. Бомбочки красивые. Кому на черенки, звоните, заказывайте. В небольшом количестве есть. Могу отослать новой почтой. И будет у вас вот такой прекрасный расти сорт. Все, всем спасибо за внимание. Вот какой. Всем пока.